Команда «Грэн Мик Лука Мик Арельян». Добрый вечер, дорогие друзья! С вами команда КВН-ММ, и мы... Роме, не хочу это говорить. Карен, говори! Но это позор! Карен, это не позор, это надо сказать! Армянская команда еще ни разу не выигрывала Кубок РУДН. О, Карен, ну ты че? Отстань! Ну давай я тебе рэпчик прочитаю. Давай! Рэпчина! Это команда прикольных армян. Мы не любим приору, четки не носим. Нарды и кофе на дух не переносим. Люблю КВН и песни монетки. Мой рэп это каша, кушайте, детки. И только ради ритмы пощечина другу. Потом вместо льда приложу тебе кубок. Ну, привет, судари и сударыни. Судари? Тут надо объяснить, это Рома. Он наполовину русский, наполовину армянин. Так сказать, в нем борется ин и я. Короче, что это за шутка? Вы что-нибудь нормальное подготовили к финалу? Да, Рома. Я специально к финалу выучил английский язык. И на каком уровне ты его знаешь? Павлиашвили. Что Павлиашвили? Соу-соу. Чем-нибудь в жизни увлекаешься? Природой увлекаюсь. И какое твое любимое животное? Я очень люблю львов. Почему? Классный город, я там родился. Карен! Я очень Харьков тоже люблю. Карен, все прекрасно знают, что ты родился в Армении. Какие армянские города ты знаешь? Ереван. И все? Ерету, Ерефри, Ерефор. Поймете, сегодня, чтобы выиграть, нужно быть максимально позитивным. Ром, какой позитивный? У нас девушка в команде играет. У них настроение каждую секунду меняется. Карен, это все стереотип. Да? Смотри. Кристин, ты красивая. Спасибо, Карен. Но ты капец какая жирная. Ты охренел, что ли, блин, вообще достал? Неадекватный человек, видишь? Карен, я все решила. Я буду сильно независимой. Открою свое дело. Буду продавать символ Нового года на Кавказе. Круто ты это, конечно, придумала в грядущий год свиньи. Дорогие друзья, мы сегодня, разумеется, очень хотим победить. Поэтому, скорее всего, мы также победим. Карен! Что? Нельзя такое говорить, понимаешь? Вот ты знаешь фразу «Хорошо смеется тот, кто смеется последний». Соседи одеваются, коллеги выбирают стиль Луи Виттона, мои друзья Версачи закупаются. Ну а родственники вдоль Чигабана. Артем, а вы с женой? Мы вдвоем! Прекрати, ну надо еще более веселую песню говорить, актуальную. Есть у меня новогодняя. Снова с семьей Новый год отмечаю. Ра-та-та-та, я слова забываю. И мне тут приходится рядом с Кареном плясать. Бабушка свитер мне связала, мама носочки заказала. Кричу я в ответ, нас не разлучат. Выбрал, ты слишком старомодный. В смысле старомодный? Будешь жвачку? Давай. Прикол. Это я твоя
сама назвоню. Вся, блин, извелась, да прямо на корню. Как ты там, мой ребенок? Алло! Карен, хватит! Это еще что за звук? А это звук о том, что пышка готова. Всего сезона он крал ваши сердечки. Вот какая доля воровская. Артём, что? Арсен, что это с глазом? Ой, Рома, Рома, у меня был тяжелый выбор. И что ты выбрал? Бинго глаз. Можешь мне объяснить, зачем ты вообще вышел? Джаники мои, я же недавно дембельнулся. И в каких войсках ты служил? Морские котики. Арсен, где армия, а где ты? Слышь, я вообще-то за вас воевал. Арсен, то, что ты ходишь на парады, не значит, что воевал. Ребята, ребята, там ежиха рожает. Айда посмотрим. Валят зубы в финал выступления! Дорогие друзья, мы очень долго готовились к этой игре. Вот, и поэтому мы... Блин, пошли посмотрим. А кто здесь будет вместо нас выступать? Пусть наш второй состав выступит. У нас есть второй состав? Конечно, мы же команда из Руден. У каждой команды из Руден есть второй состав. Ну, пошли посмотрим. Пойдем. Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Да говори! Не буду я это говорить! Да надо это говорить! Да не стыдно, это говори! Да говорите уже! Добрый вечер, белокаменная! А вот мы реально самая нетипичная армянская команда. Поэтому рэпчина! Камень улунду, диез мне дунью, патенесу сесу тэхи байфунду, и капресис бутенем жме, видя как у зона бэкау. Все, хватит, хватит. Вот как надо рэп читать. Подожди. Девушка, а у вас родители случайно не чернокожие? Нет. Тогда откуда у них такая... В смысле нет? Пинки, Уинки, Лалипоп. Джон, ты тупак. Может, ты тупак? Нет. Тупак. А это Нидо. Он африканский блогер. Чий, да? Блин, капец, эта ежиха быстро рожает. Ребят, все, спасибо вам большое, что помогли нам. Дальше мы сами. А, нет, извините, нам понравилось, мы останемся. Уходите вы. Валите отсюда, я сказал. В смысле валите отсюда? Вы сами уходите, мы вас настигнем. Вы вообще где видели, чтобы чернокожие армян настигали? Семья Кани Веста. Подождите. Шоколадка? Может, поедем ко мне? Ловок, дурак, ловок, вива, ты на дива! Тупо. Ты что говоришь про нашу сестру? Все, вам хана, давайте драться. Давай драться, давай. Ваш самый сильный боец против нашего. Почему он, а не я? Братан, я его боюсь больше, чем тебя. Я тоже. Чё смотришь? Я же тебя встречу. Арсен, по-братски, не кусай его, не царапай и не целуй. Не могу ничего обещать. Все, делай с ним все, что хочешь. Арсен. Как так-то вообще? А вы думали, как я на Кавказе до 25 лет дожил? Все, заканчиваем. Дорогие друзья, вы
Вы, наверное, скажете, что использовать африканцев, чтобы победить в финале в Москве, это как-то глупо. А сборная Франции по футболу так чемпионат мира выиграла. Ну и финалочка! Вот и окончен сезон труде. Нам будет плохо без этих стен. Видишь, армяне на сцене вскипела кавказская кровь в твоем теле. Гордо звучит победитель финала. И обо...